Как известно, культура здесь сводится на завтрак, а вот русская культура, мне кажется, она у нее вообще особое отношение со святыми. Она ее как выращивает на уходе, а потом лакомится. Вот все, что мы делаем в рамках национальной технологической инициативы, это прежде всего вызов институциональным факторам. И те способы, действия, форматы, паттерны не являются принципиально значимыми для успеха национальной технологической инициативы и опираются прежде всего на социальные культурные аспекты. Поэтому с большим интересом следим за вашей научной работой. Я передаю слово декану экономического факультета МГУ Александру Александровичу Глазову. Добрый вечер, уважаемые друзья. Сегодня вообще большой день, потому что страна уже забыла о том, что существует вступительный экзамен, но в моем родном императорском московском ордене имени Петрова Красного Знамени по причинству графа Шувалова в университете имени Николая Васильевича Ивановича. Вот сегодня был главный экзамен годы по математике, на наш факультет 2700 наверное, человек. Поэтому вот люди, которые начались 8 утра с того, что я в среднем новой крылья, заканчивается тем, что я пытаюсь, я ждал поколению постарше, но намного более значимым для современного развития, значит, некоторые мысли про цифровую науку, как экономить. Знаете, чего я боюсь, чего мне кажется важно сделать этот акцент, при том, что то, что я буду рассказывать сегодня, почему меня тяжесть лекция. Еще полгода назад, 5 декабря, это была премьера научного доклада. Потому что осмелюсь сказать, что, по крайней мере, в экономических кругах российских, это был первый доклад экономиста, теоретика, с вашим позволением, имеющим некоторые отношения к разным людям практической деятельности. Вот я проводил. Почему мне кажется это важно? Есть такая притча, ее приписывают Гегелю, и мне она кажется важной. Гегель сказал, что курица, наблюдая, как человек каждый день приходит в курятник и приносит ей зерно, обобщает, делает вывод, что человек существует для того, чтобы кормить курицу. Но однажды человек выходит в курятник не зерном, а с ножом, и раз и навсегда научает курицу правильно делать научные овощи. Вот у меня есть опасение, что мы очень много говорим о цифровой технологии и интуитивно полагаем, что именно внедрение цифровой технологии есть цифровая технология. К сожалению, это не совсем так. Вот есть с вопросительным знаком представление о том, что такое цифровая экономика, почему это не совсем цифровая экономика. Дело в том, что для того, чтобы технологии превратились в экономику, они должны взять два барьера. Первый барьер – культура. Я приведу пример. Поскольку мы сейчас говорим о 4-й промышленной революции, я приведу пример из первой промышленной революции. Первая промышленная революция началась с правой машины ВАТ. Безусловно, мы выделили не искусственный интеллект, а правой двигатель, когда рассуждали бы о первой промышленной революции. А что ВАТ придумал новую технологию, и она сразу же превратилась в потрясающий промышленный скачок? Да ничего подобного. Правой двигатель придумал за 2000 лет. Архимед Сиракузов делал то ли корабль, то ли правую пушку. Герон Александрийский действующую модель поставил на площади полмиллиона высоты. Вообще многие технические вещи, которые создали первую промышленную революцию, люди знали веками. И роботы, кстати, генералистский делал, я математик, не такие, в основном веке. К чему экономики задумываются? Во-первых, потому что культура
Почему из правового двигателя сразу вывозить, например, капиталист? До тех пор, пока человек полагал, что ему, свободному человеку, прилично заниматься только войной, спортом, искусством и политикой, какая помощь? Нужно было согласиться с тем, что даже аристократ может надеть грамм и залезть в машину, вот тогда, да, тогда машина может стать основой экономического развития. Культурный барьер нужен. Так вот, я хочу вас успокоить, что культурный барьер как раз управлять экономией нельзя. Я приведу простое доказательство. Я вот сейчас отдал свой iPhone. И знаете, чувствую себя неудобно. Если я пытаюсь у своих уже довольно взрослых внуков вынуть их гаджеты, я вижу искреннее страдание, потому что человеку ампутируют руку, мозг и массу очень, как бы сказать, чувствительных деталей его целостного существа. Поэтому преодоление состоялось, когда возникла смартфон. Давайте возьмем таких более толерантных коммерческих планов брендов. Смартфон соединяющий телевизор, магнитофон, телефон, библиотеку и так далее, и так далее. Но остается еще один барьер, который всегда есть у технологии. Институциональный. Вот про него я и буду говорить, потому что видите, какая штука. Само по себе внедрение цифровых технологий дает эффект, ну, например, брось от 3-4% годовых. А вот то, что мы с вами видели очень хорошо. Уберизация, Яндекс и прочие шеринговые платформы, агрегаты, которыми мы пользуемся, они дают рост 30-40% годовых. Почему? Потому что образуются такие мощные перепады динамического давления. Образуются перепады, которые позволяют новым зонам стремительно расти. Они сбросили трансакционные сделки, силки. Я не буду говорить о других точках сейчас, но вот примерно цифровая экономика, где можно ожидать от нее экономического эффекта, когда вы переделали, одни говорят бизнес-модель, другие говорят дизайн. Экономисты, скажем, конечно, переделали институты, переделали банки. Эффекты даже не столько в том, что мы ожидаем финансов. Я думаю, что шеринговые платформы дадут значительный эффект. А для России чрезвычайное, конечно, направление – это массовая кастомизация. Я скажу еще. Заметьте. 3 месяца тому назад на похоронении последнего в России Нобелевского лауреата науки, который стоял у истоков, его гетеростимы стояли у истоков телекоммуникационной сети. Что, мы что ли не видели телекоммуникационной сети? Нет. За 80 лет до этого российский инженер Владимир Зорькин придумал такую штуку, как телевизор. Мы что ли получили огромный экономический эффект от телевизора? Нет. Он, кстати, равен 20 годовым продуктам нынешней Российской Федерации с металлом, газом, нефтью и так далее. То есть обычная история, такой феномен вообще, когда мы вокруг, конечно, подавать можем и распространяться, но массовое производство вов остается делом английской промышленности, германский, китайский, американский. Так вот, массовая кристаллизация – это очень шанс. Потому что я готов довольно долго рассказать, почему у нас лучше получаются вещи уникальные, малосерийные, опытные, чем массовые силы. Но поймите, что такое массовая кристаллизация в цифровой экономике? Ну, например, почему стартап вынужден продаваться успешным стартапом, большой компанией? А потому что у него нет денег на массовую
семьи. А зачем нужны массовые семьи? Потому что экономика начинается, когда есть экономика масштаба. В случае направления есть массовая кастомизация, вам не нужна экономика масштаба. Перейдя принятие, аддитивные технологии, они позволяют произвести придерживание примерно здесь, что индивидуальные вещи, при этом приспособленные к конкретному потребителю. Что стоило бы единица в массе? Я вообще считаю, что русский шанс, если мы, конечно, сможем его обеспечить соответствующими институтами, потому что надо при этом через глобализирование платформы выходить на мировые рынки. Маленьким группам теперь можно это делать. Это переворот соотношения малого, среднего и большого бизнеса. Функции, потому что оказывается, что большой бизнес надо себя переосмыслить. Оказывается, его главное преимущество в том, что он имеет деньги на массовое производство, а в чем-то еще. Но может в том, что он может создавать новые платформы. Может. Поэтому, когда мы говорим вот здесь, вокруг новых технологий, в центре которых стоит искусственный интеллект, но кооперирование с естественным интеллектом, и в этом смысле завязанное человеческий капитал, это ужасно разное для нас сообщение, я об этом буду говорить в последней части лекции, потому что мы на самом деле, если честно, страна-то не богатая. 3% мирового валового продукта СССР имеет 10%. Причем при нынешних финансах мы 2,5% имеем через месяц. Мы не богатые страны. Но по человеческому капиталу мы занимаем по рейтингу 16-е место в мире. Не первое, как 60-е годы 20-го, но 16-е это ничего. Это хороший стартовый продукт. Поэтому, если говорить не о технологиях, а о том, где происходят экономические эффекты, потому что поменяли институты, а почему-то, что можно было поменять не только культуру, а и институты. Я опять вернусь к примеру с Джоном Баттом. Вот представьте себе, как происходило реально, это...